Всем привет, с вами Ниагара. Продолжаем. У нас 10-я смена. И берите усилитель. Давайте, наверное, у меня только часики, да? Я не буду ничего убирать. Счастливый сон называется. Прекрасное начало. Так, поехали. Лаборатория микробиологии утро среды. Валяется такая. Поверить не могу. Я провела все известные человечеству тесты и ничего. Который час? Почти 9. Ты отключилась 4 часа назад. Есть новые результаты? Мне конец. Мне конец. Теперь точно. Как дела, Эллисон? Презентацию надо сдавать сегодня, а у меня нет ничего. Успокойся, милая. Презентация состоится в любом случае. Будут у тебя результаты или нет? Почему бы тебе не предаться грезам наяву? Это как? Подумай о приятном месте или ситуации и представь там себя. Это запустит нейрохимические процессы в твоем мозгу, поможет расслабиться и приободрит. Ну что же, сейчас я готова попробовать что угодно. Бей-бей. Моя смена. Не убирайте предметы с подноса. А, ну это да. Хорошо, не будем. Ваша маска. Я пойду сначала посканирую. Сегодня, кстати, на удивление, не так сильно тормозит. Подожди, тут. Так, наш хочет на кушетку. Проходи. Так, ебентик. Тащи бы, привет. Иди-ка сюда. Попался. Сейчас мы быстренько все сделаем. И все будут довольны, счастливые и здоровые. Оп-оп-оп. Четко. Так, надо будет их еще отпустить. Сейчас я девушке помогу. И пойду посканирую. Что там у тебя? 4 вещи. Капец какой. Так. И выше. Вот, смотрите, как ловко. Замечательно. О, надо вызвать еще. Сейчас я этих отпущу. Блин, одна осталась. Идите, пожалуйста, вот. Проходите. Фигак. Полсмены отработали, смотри, замечательно. Практически нет никаких затупов. Заходят все-таки недовольные. Всегда. Так. Где-то тут пониже. Ага. Готово. Что, хотите масочку? Почему не купили в аптеке? Почему пришли за этим в больницу? Ходите, ложитесь. Ну, такие, знаете, у нас тут с улицы вход. Просто заходишь и ложишься. Не в палату там, ни куда-то. Практически тут вход, охранник. И это. Пациенты обследуются. Остается совсем чуть-чуть до конца смены.
Так, вот давайте, проходите. За вами пришли. Угу. Таблетки, кстати говоря, очень редко берут, я вот заметила. Вообще прям редко. Ну, Бин там берут эту маску. И в основном вот, вот здесь обследование. О, только сказала. Всегда так. Потом вот там в процедурке и вот здесь на сиденьях. Вы, наверное, предпоследняя. Скорее всего. Наверное, еще успеет кто-нибудь забежать. Возможно. Ну давай, прям до закрытия. Прибеги. Бежит. Вообще-то уже было объявлено, что смена закончена. Ну ладно, маску мы вам продадим, таки быть. Держите. Пока. Вот оно счастье. Так, умножаем, ребята, опять-таки. Все, мы можем продолжить. Ага, если сбор образца прошел успешно, контур исчезнет. Что-то новенькое. Последние ставки. Делаем последние ставки. Последние ставки. Делаем последние ставки. Это шутник-то наш. Желаю удачи, приятель. $5 по обеду Обри. На победу Обри в этой презентации. Надежное вложение, дружище. На Обри все ставят, да? $10 на то, что верный диагноз и лечение подберет Элисон. Не уверена, что... Я в тебе полностью уверен. Как скажешь, последние ставки. Прекратите, это больница, а не тотализатор. Вы-то зачем тут приехали? А, не за диагнозом. $10 на мисс Накаму. Сам такой тоже под шумок поставил. Ну, это нечестно, вы же и ставите оценки. Тебя обыграли, дружище. Мисс Харт, вы первая. Я? Нет, другая мисс Харт. Ну, честно сказать, доктор Эрми, я не знаю. Что за шухер? Это что-то новенькое. Все, печатали. Посмотри на меня внимательно. Думаешь, у меня есть страховка? Это с улицы, что они увидели. Какого? А, видимо, та, это крыса, она эти же... А что там звонила по поводу лаборатории-то? А что происходит? Простите, сэр, но пока я не могу пропустить вас в больницу. Но там моя девушка. Понимаю, но возникла потенциальная угроза, и мы следуем протоколу. Угроза? Какая угроза? Элисон! Пожалуйста, отойдите от двери. Простите, офицер. Так проехался. Элисон! Элисон! Пропустите, я должен быть рядом с Элисон. Нужна помощь. Нет никаких лекарств. Снотворное мы вкололи. И оставят валяться. Ну, конечно. Они же профессионалы. Так. 10 уровней прошли. Просто прямо как... Как?
чудом. Я, кстати, перед этим в ежедневную игру поиграла. Сюда мы не можем попасть, да, получается? 49, ой, 46. Чтобы открыть замок, получайте звездочки. Ну, что, у нас мало звезд, да, типа? Печаль, беда. Морская свинка. А я здесь могу же, да, получить? Выберите усилителя. А это что за усилитель? Ну, давай посмотрим. Мало звездочек. Ну, поскольку так сильно притормаживает, тут сложно, да. Поймайте 3 оливок или шалунов, откройте их в магазине. 3 оливок. Нифига вы как вылазите часто. Так, стой, я тебя вижу. Я никого не поймала из них, да? Получена звезда. Так, я только Оливера вижу. Где те-то? Они не вылазят. Или я уже пропустила? Так, так. Так, так, так. Я не видела ни... Всё? Не видела ни одного, честно. Хоть бы даже краем глаза. Ну ладно бы не успела поймать. Вообще ни одного не видела. И если вы заметили, пишите, на каком моменте. Так, а нам эти звезды засчитаются же? Да, да, они нам засчитываются. Ну давайте, это тогда имеет резон увеличивать счет на 2. Так. 49. Ну ничего себе нам, короче, много набирать. Ладненько. Пошли посмотрим тогда. Здесь-то вот у меня хорошо шло, как-то нормально. По 5 звездочек, а потом пошло 3, 2. Это, конечно, плохо. Мы можем вот здесь еще пособирать. Так. Морская свинка. Я ничего не будем брать. Выберете усилитель. Разве обязательно их выбирать? Можем и так поиграть. Наберите 100 очков за поиски. А, ну это тоже другой вопрос. Давай посмотрим, сможем ли набрать. Поехали. Так, так. Блин, из этих звезд они такие крупные. А, можно пропустить свинок. Они мешаются рядом. Не надо было их делать на весь экран. Так. Все, я набрала без проблем. Вот. А вот там реально, ребят, блин, я даже, наверное, потом для себя перепройду и посмотрю, правда ли появлялись те свинки. Так, снова увеличиваем счет. А вообще, наверное, не надо, у меня 5 звезд. Куда еще это увеличивать? Продолжим, просто продолжим. 4 из 5. Замечательно. Теперь тут можно попробовать себя, свои силы. Приказы Эрмии. А это что нам дает? Больше времени? Ладно. Посмотрим. Что это, с чем его едят? И у меня, кстати, по-моему, там молнии уже заканчиваются. Блин, ребят, все зависит от этих молний. 5 приказов. Обращаем внимание только на Эрми. С этими так. Поскольку... Ну, от них зависят звезды, конечно. Так, ага, ага. Несу. Чтобы брать поднос... Ну, да, мне не надо, я несу как раз то, что нужно. А чё она не прошла? Я ей же сказала. Видимо, из-за того, что там я выполняла приказ Эрми, не засчиталась. Молоточек. Ой, держите. Быстрей! Всё, класс. Так, давай быстренько. Где-где-где я вижу тебя? Угу. Девчонки постоят. У нас главный доктор. Сюда.
Звезда, хорошо, и два приказа. Еще два приказа. Так, маска. No problem. Dog. Оу. Что значит? Так сильно обрадовался. Блин, где ж ты так? Кто тебя царапал? Кошки драли. Давай, проходи. Все, винтик отдаем, и он к нам больше не сунется. Угу. Милости просим. Все, что угодно. Шеф отвязался от меня. Сейчас я вас... Комбо. Оп. Пока-пока. У девушки такие колготочки в сеточку. Прям вообще. Угу. А, да, не надо. Оп. Небольшая заплатулечка. Подлатали мужичка. Муженька, чуть не сказала. Мужичка. Вот так бы всегда. Или сам бы это сканером водил. Ты же охранник, что тут делаешь? Последний дедок пришел. Такой, я бы прилечь хотел. Ой. Все, насвинячил еще после себя. Чудно. Опять у меня 5 звезд, да? Тогда еще не нужно увеличивать. А, так даже больше, что ли, звезд считает? А, нет, 5, ровно 5. Ну все. Смотрю, их что-то в два ряда. Что такое? Как такое может быть? У меня все молнии 21 осталось. Это на один разочек максимум. Вы нашли пазл с персонажем. Коснитесь, чтобы перейти на экран пазла. А за прохождение испытаний на каждом уровне вы получаете фрагмент пазла. Ага. У вас уже есть один фрагмент. Перетащите его на доску пазла и разместите в нужном месте. Так, подожди, это не тащится вот сюда. Так, отлично. Собрав пазл персонажа, вы увидите интересную историю об этом персонаже. Еще получите 10 алмазов. Чего же вы ждете? Давайте собирать. Давайте. А я собрала, получается, их все, да? Так, это ноги. Это сюда. Тут от мальчика часть. Так, это у нас вверх, да? Да, это его усы. Его усы мы не забудем. И это... Это у нас женщина. Сюда. Все. А, вот последний. Вот. Смотреть. Да, конечно, мы хотим смотреть. Когда металлодетектор запищит, я проверяю. Привет, Хавьер. Доброе утро, доктор Сэм. Я сожалею, сэр, но мне придется вас обыскать. Но я ведь уже который месяц здесь хирургом работаю. Я знаю, поднимите руки, пожалуйста. Безобразие. Доктор Сэм, вы почему-то без обыска пропустили доктора Сэм. Она милая женщина. А я? А вы не женщина и не милая. Я в порядке. Какой предвзятый охранник. Вот так твой папа следит за безопасностью в больнице. Через раз. А теперь перейдем к главной задаче дня. К чтению гороскопов. Угу. Страница 2. Ага, вот, водолей. Вы разбогатеете, сами того не ожидая. Ого, да я сегодня везунчик. Может, хоть машину новую наконец-то куплю. Новый дом для бабули и красивые украшения для твоей мамы. А ты бы что купил, сынок? Только подумай как следует, это огромная ответственность. Конфеток. Но ты же можешь представить что угодно. Я хочу конфеты.
Доброе утро, доктор София. Как поживает малыш? Прекрасно, Хавьер, спасибо. Это ваше. Нет, не мое. Оставьте себе, увидимся. Четверток. Не на такое богатство я рассчитывал. Иди купи конфеток. Автомат с вкусняшками, я иду к тебе. Люблю тебя, пап. И все-таки это богатство. Ну да, прикольно, слушайте, открывать такие моменты. Потому что как дополнительный видишь сюжет. Итак, что у нас с вами еще есть? Стой, стой, стой. А, нет. Так, тут у меня все по 5. А, вот здесь, кстати, была развилочка. Тут 3. Ну, 23 молнии. Ну, один разочек, 24. Играть. Уборка. Давай. Уберите пробирки, чтобы освободить станции. Вот это все? Боже мой. Дай бегу. О, это надолго. Так, мужик, давай сюда. А, не могу я его, конечно, провести. Все забито. Так, ты давай проходи. Тут сейчас освободим. Так, кресло. Одно кресло освободится таким образом. Ты тут убирай. Сейчас. Ну, маску ему принести, да ты офигел. Так. Женщина. Тут все у нас засрано. А, она может пройти, все замечательно. Даже дитя. Видите, какой бедлам. Так, этого сюда. Здесь освободим. Ой, я там не доделала. Сейчас этих отпущу. У меня будет мало очков, наверное. Конечно, она расстроилась, там занята. Видите, у нас одна эта процедурка. Так. Ага. Блин, они все туда ломятся. Да вы прикалываетесь или что? Специально. У меня было мало звезд. Ну, конечно. 86. Обалденно. Блин, нет, стой. Я так не наберу никаких звезд. Так. Одна звезда. Кошмар. Все, вы довольны. Ой, там, смотри, еще есть это. Убрать. Ну, 2 звезды. И конец смены. Это очень мало. Может быть, типа, ну, я не знаю, побольше народу вызывать. Чтобы больше звезд было. Не знаю. Так, ну, дочек, стойте, подождите, сердце не теряйте, пожалуйста. Сейчас. Сколько вы мне еще дадите? 200. 2 звезды. Капец. Надо попробовать перепройти и почаще. Ну блин, а как почаще, если тут все загажено? Быстро-быстро все очистить и, не знаю, народу назвать. Ладно, я сейчас попробую увеличить счет, чтобы у нас хотя бы 3-я звездочка еще была. Смотрите, как обидно. До 4-й звезды прям не дотянулось, совсем чуть-чуть.
Прям вот 3%. Жалко, жалко. Шесть. Ну, блин, да, ребята, я бы еще поиграла, но видите, молнии кончились. Так, давай посмотрим, это что такое. Жмите, чтобы открыть. Забрать. Хорошо. Так, что у нас с вами еще может быть? Три. Вы не дошли. Так, ну понятное дело. У нас тут еще одно. Ну да. Потом, видимо, откроется. Так, дай-ка посмотреть, что еще. Ой, четыре. Четыре. Ну, мне написали не покупать никакие улучшения. Ладно. Смотрим. Что там у нас еще есть. Два, все же нормально, потому что так залагал-то жутко. Так. Здесь по три получилось. По три. Па-па-ра-па. А это что за сердечко? А, нужно добраться, понятно. А вот тут добрались мы вроде как. Давай. Прям не терпится ему открыться. Давай, нажимаю. Угу. А, ну вот они, бесплатные, типа, да? Усилитель. И 10 кристаллов. Супер. 500 сердец, обалдеть. Вот это прям подгон, яблочко. Ого, вы получили новые предметы для магазина. Их можно открыть, повышая свой уровень и открывая сундуки. А также найти в наборах карточек. Давайте посмотрим, что у нас там. Давай. Угу, мягкие бинты. А что у нас сердец-то столько много? Я потрачу, наверное, да? Мы же там открываем-то не за сердца вот этот вот пазл, а за кристаллы. Так что... Почему бы и нет? Скроем все, что есть. Комбо-выписка 8 сердец. О, давай. Так. Это сюда. Скорость пополнения. Да, тоже классная вещь. Все, короче, берем все. Сердец накопилось очень много. Так. Все. Поехали. Визита к нам. В следующий раз, представляете, сколько будет у нас анбоксинга. Так. Еще что-то хотела посмотреть сейчас. А, вот тут у нас с вами, смотрите, открыть можно сюда веточку. Но это допы. Так, и здесь можно приколюшки всякие забрать. Ага. К появлению... А, вероятность появления. Так они не появились. Конечно, можно, видимо, несколько раз проходить. О, прикольно. Оливеры. Так. Угу. Итого, значит, 62 звездочки у нас. Да. Лобастенько. Мистер Руд, давайте посмотрим. Мистер Руд, у меня 158 всего. Блин, 1000, вы серьезно? О, 1000. Блин. Я могу, наверное, вот это открыть. Так. И 80 еще остается. Давай еще за 75. Вот так сделаем. Угу. Ковер. Ну, блин, 2000. Не знаю, на что они рассчитывают, как все это открывать. Эх, тут смотрите, сколько много пазликов. Ну, в общем, вот так, ребята, купим снова молнии, и тогда только я смогу продолжить. Я, может быть, за кадром, что ли, попрохожу вот эти дополнительные, чтобы накопить. Вот эти попробую попроходить, чтобы побольше звездочек получить. Что скажете? В общем, жду ваш ответ в комментариях. А на этом с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр и до встречи. Пока-пока.